Здравствуйте, уважаемые родители! Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня я опять с вами, ваш инструктор по физической культуре Ващилина Марина Васильевна. Я знаю, ребята, что вам нелегко сидеть дома, но вы знаете, что дома можно много дел переделать. Это, во-первых, и маме помогать по хозяйству, это также играть с маленькими братиками и сестричками. А также можно и рисовать рисунки, и лепить. И также можно делать разные поделки. Также можно рассматривать фотографии, петь, танцевать. И вместе со мной делать утреннюю гимнастику. И сегодня в честь победы нашей армии я хочу разучить с вами новую разминку, которая называется «Наша армия». Вы готовы? Тогда становитесь вместе со мной. Но нам еще нужно будет с вами сделать гантели. Вот такие простые гантели я изготовила сама. Это можно взять любые пластиковые маленькие бутылочки, наполнить их любой крупой. У меня наполнено фасолью. И мы будем выполнять сейчас этими гантелями нашу разминку. Вы готовы? Тогда становитесь и будем выполнять вместе со мной. Молодцы, ребята! Вы хорошо выполнили эту разминку. Здоровье в порядке?
Спасибо! Зарядки! Всего вам доброго, ребята!